імпровізація називається «Розсміши коміка». В ній зіграють Ельдар Кабіров і Руслан Ханумак та всі імпровізатори, окрім Валіка. Зараз у наших гостей буде можливість побувати в шкурі ведучих програми «Розсміши коміка». Імпровізатори намагатимуться їх розсмішити без заготовлених мініатюр, все придумуючи по ходу. Якщо хлопцям не вдасться розсмішити коміків, Валік битиме своїх вже колишніх друзів струмом. Але якщо коміки засміялися, то я вдарю струмом їх. Імпровізація триватиме, допоки мені не набридне. Дякую. Отже, імпровізація «Розсміши коміка». Поїхали! Я не смію. Я не смію. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы пришли на родительское собрание. Помогите расстегнуть лифчик. Сейчас. Я учительница вашего сына. И вашего сына. Вы же IT, да? Ай-я! Опа! Добрый вечер. Я скажу своих 17 любимых слов. Алыча, Игорь, Палыч, Палыч, люблю Палыча, Самсон, Боб! Боб — это расшифровка бензиновый оксамитовый бубна. Кстати, вот она. Вроде валет, но оксамитовый. Что ты жуешь? Так, а почему мы все голые, а? Здравствуйте, скажите, вы верите в Бога? Желательно нет, потому что я предлагаю вам книгу про сатанизм. Смотрите, тут на 16 странице картинка, это я на картинге. Это я вот с отцом. А это голенький я вчера. Смотрите, очень интересная фотография. Хорош, о, не смешно. Здравствуйте, я по объявлению. Вы чешете манту? Манту. Ой, ребята. Хорошо, так мы взяли, собрались. Зря, конечно. А почему вы голые? Здравствуйте, мы сестры Крюгер. Это... Здравствуйте, я представитель детективного агентства «Романовский и друзья». И у меня под пальто обнаружены татуировки. Покупайте, смотрите, это с моей мамкой. Это вот купола, сверху моя мамка. Это вот моя мамка на санках. И вот сзади на спине я сам вот такой вот. Смотрите. Здравствуйте. Услуга «Барбер на час». Стригу вас, либо я сам себя, вы смотрите, что мы хотим. Так. Здесь я вижу... А, извращенец, бороду. Сам себе бреешь, пока мамка не видит, да? Хорошо, перейдем к тебе, мой сладкий. А, время у вас закончилось, у вас было все на 7 гривен. И я пойду, ты мне не звони, у меня пейджер... Здравствуйте, это Блаблакар! Добрый вечер, я режиссер нового проекта «Краина у Горщина». Предлагаю вам... Ой. Это весь стриптиз, расплачивайтесь. Классно. Ай, а что я? Потому что ты ржал. Так я с него. Все, не смейся. Здравствуйте, добрый вечер. Я депутат от вашего мажоритарки Станислав Рик Додонченко. Я хочу доносить лично до каждого человека свою мысль, поэтому я лучше Юлю. Здравствуйте, я из Англии. Я из Англии приехал... Он просто с него Здравствуйте, я из Англии.
странный друг ваш. Я приехал издалека, и что я понял, я увидел на вас мою одежду из секонд-хенда. Верните, пожалуйста, это ошибка. В этом должен ходить мой дед. Иду. Мужики, извините, гондола поломалась. Ничего, что я типа имитирую, что мы плывем. Ой, это мой сын у вас наколот на плече. Что он сказал? Ребятки, сфотографируйтесь с моим сынишкой, он очень любит ваше творчество. Это же вы эти бомжи-перкуссионисты. Да? Ну вот этих бум-бум на палках бьете по сараю. Нет? Ну, осторожно, потому что легко воспламеняем мой сынок, он из силикона весь. Я заберу его и сдую. Очень долго. Ребят, смотрели ваш рентген вчера? Честно, я не буду говорить, ничего. Все-таки это, рентген, это творчество, но... Честно, мы говорили с режиссером рентгена о... А иди уже. Ой, какая радость иметь близняшек. Надо поесть, мама даст сиси тебе. А тебе мама не даст сиси, тебе мама поцелует мозг. А вы не хотите? Что я? Вы не хотите бабушке место купить в партере? Я сижу с вами, вы воняете. Я бы села в партере. Нет? Встаньте с груди, я дальше пойду. Я как-то...